Доработка сигнальных фонарей БН-1-003. Светодиод на 1 ватт и плата зарядки аккумулятора. Светодиод 3,2 вольт, 80 миллиампер. Резистор будет на 10 Ом. Две такие будут. И две с таким светодиодом. Резисторы на 3,3 Ома. Для светодиода на 1 ватт. Аккумулятор будет собран из нескольких ячеек для мобильных телефонов. Здесь припаять и здесь припаять.
Заизолировал. Лампы готовы. В красном фонаре будет такая лампа. А в сером такая. Резистор в ней такой же, на 10 Ом. Здесь сразу две лампочки светят.